9 апреля в Центре традиционной культуры Дагестана состоялось открытие городской выставки детского прикладного творчества «Орнамент гор». Отметим, что выставка была приурочена году семьи, так как очень важно, отмечают организаторы, поддерживать традиции Дагестана. Наши промыслы. Дети, готовя эти работы, общались с бабушками, дедушками, своими родственниками, обращались к преподавателям, чтобы узнать больше о дагестанских народных промыслах. Здесь представлены работы, основанные и на нашей традиционной керамике, на ковровых орнаментах, на орнаментах дагестанской вышивки. И работы получились самые разнообразные. Это и костюмы, куклы в традиционных костюмах, это и различные декоративные панно, и предметы, основанные на наших промыслах. Выставка «Орнамент гор» является открытой. В ней приняли участие воспитанники всех образовательных учреждений города. А огромную помощь оказали дети детской художественной школы и Дома детского творчества города Каспийска. Все работы выполнены с трепетом и индивидуальным подходом. Дети постарались воссоздать атмосферу жизни и быта своего народа. Вот эти работы, которые расположены рядом, показывают, что дети изучают культуру даже самых малых народов. Это традиционные кубачинские пальтары, охранники, такие особые персонажи для кубачей. Там эти персонажи сейчас больше участвуют в праздниках, но раньше это были стражи села, это были очень важные люди в селе. И очень замечательно, что дети продолжают узнавать про это и делают и маски, которые традиционно носили и носят пальтары, и делают даже кукол в таких костюмах. Отметим, что в ходе выставки организаторы мероприятия вручили детям сертификаты участников городской выставки детского декоративно-прикладного творчества.